Товарищ Стас, секретарь, заместитель министра Российской Федерации, Дальневосточная пожарно-спасательная академия, по случаю приведения курсантов первого курса к присяге построена. 35 юношей и даже 5 девушек. В Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России курсанты первого курса приняли присягу на верность Родине и своему профессиональному долгу. К мероприятию будущие спасатели готовились серьезно, ежедневно отрабатывали строевые приемы и движения в составе подразделения, выход из строя, подход к начальнику и выполнение воинского приветствия. Поздравляю курсантов первого курса с принятием присяги, а личный состав с пополнением. Вольно. Ура! 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 Приведение к присяге – это значимое событие в жизни каждого сотрудника МЧС России, говорят в академии. Эти ребята выбрали непростое жизненное призвание – спасать людей и населенные территории от пожаров и любых других чрезвычайных ситуаций. Многие поступали в академию целенаправленно, рассказали родители курсантов. Мы очень гордимся, что он сюда попал. Я считаю, что здесь ему дадут хорошее знание, ну и будет всегда в хорошей физической форме. Мужественность разовьют в нем, патриотизм, то, что так необходимо. Моя внучка Ботова Екатерина Андреевна поступила на первый курс в этом году. Она рвалась у нас давно, но в том году не было набора, она год проучилась в университете здесь. С отличием закончила и в этом году все равно настояла, переубедила, я ей помогла в этом, мама против была. Свои умения и навыки будущим коллегам продемонстрировали старшие товарищи. Представили боевое развертывание расчета для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Курсанты четвертого курса продемонстрировали элементы популярного сегодня пожарного кроссфита. Кроме того, для ребят подготовили выставку пожарно-спасательной техники, которая стоит на вооружении подразделений МЧС России. В банкетной части праздника фирменная курсантская каша и чай, приготовленные на полевой кухне. Ну, у нас в семье это династия вообще. Я уже в третьем поколении как пошел учиться на пожарного. В принципе, впечатление положительное. Как бы все приветливые, дружные. Мне все здесь нравится. Строгая дисциплина, но это привыкнет со временем. Как бы все будет хорошо, я думаю. Курсанты уже познакомились с распорядком дня, получили форменное обмундирование и учебники, освоили азы строевой подготовки. Уже завтра ребята сядут за парты и приступят к изучению новых дисциплин. Их ждет множество практических занятий, в том числе в настоящей дымокамере. Светлана Садовая, новости на Восьмом.